premier regard, c'est la grande arme de la coquetterie vertueuse. Parce qu'on peut tout dire avec un regard. Et puis après, on peut toujours nier ce regard-là. Пойдем? Гулять? Пойдем гулять? Гулять? Ну, меня, конечно, радует, что во всем Сан-Франциско единственное место, где не сняли новогодние украшения, это как раз дом, где мы живем. Вот. 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 Пожалуйста, лимонное дерево с новогодними шариками. Вот лимоны настоящие. Вот можно сорвать и попить вечером чай с лимоном. Или текилу. Или текилу. Вот, пожалуйста, новогодние звездочки. А это вот наш дворик, который еще ночью подсвечивается красиво. А вот тут огромные-огромные пальмы такие. Что? Это колодец из звонка. Это колодец из звонка, говорит Ник. Но очередной референс, который я не понимаю, потому что я что? Но знатоки поймут на не смотрела конце. Звонок. Ставьте лайки, отмечайте в комментариях. Вот что значит хорошая погода. Первый раз за... Не знаю, WhatsApp с этим кофе, но здесь очередь выстроилась за минуту до открытия уже вот. Вот, мы тоже встали в очередь, потому что, наверное, там что-то просто волшебное. Да бух просто наливается. Что? Да. Бухлишка. Что бухлишка? С утра наливает. Вот и весь секрет. Не, мы не в Майами, тут люди не пьют бухлишку по утрам. Это чисто фишка нашего региона. Вообще классно, такая погода хорошая. Где еще мы вот так вот в феврале просто в футболках можем ходить? Ну, в Майами, да, но типа помимо Майами. В LA. Нет, нигде. Уникальное место. А кофе-то реально неплохой, надо сказать. Ну что, Мила довольна? Да? Да, потому что у нее новая квартирка появилась, вот такая вот. А, ну и конечно же, в каждом доме Сан-Франциско есть что-то связанное со Star Wars, Звездные войны. Чтобы вы понимали, в Сан-Франциско даже есть концерт, где симфонический оркестр играет музыку из Звездных войнов. Вот это вот уровень отлета на тему Звездных войн вообще в этом городе. Можно уходить из этого дома. Да там такое. Короче, очень много ходим по районам, чтобы просто понять, где мы потенциально можем жить. Если в других городах ты такой просто спросил ребят, типа, где хороший, где плохой, все понял, где хороший, ну, типа, там смотришь квартиру, то здесь, как бы, везде свои нюансы. Например, ты смотришь район, он как бы хороший район, но из-за того, что он находится в определенном окружении определенных холмов, да, чаще, чем обычно, облачно и холодно. А потом смотришь другой район. Он вроде как классный, но ты туда приезжаешь, а там просто холмы вот такие вот. И он как бы классный, все, дорогие там квартиры, Цукерберг там живет, но там вот такие вот холмы. Вау.
гитару. Dragonfly ran away, but it came back with a story to say. На фильмах. Так, на Birch and Rye. О, там прям флайт вот этих настоечек, черничная там. Они хотели шоты, не получили шоты. Что за вообще эстетикс? А я, наверное, гладкая. Она прям водка. Это водка. Вау. Это не сладенькие всякие. А, это же не настолько. А, это не сладенькие всякие, реально. Прекрасно, блин, это прям. Такое вообще. Прикуплю такое. Просто этот человек, вот, чтобы понимали. Я привык наслаждаться напитками. Вкусно, Ник, это стопка. Приятное по вкусу. Ну все, увидимся в караоке. Господа. Ну что? Дорогие наши подписчики. Дорогие наши телезрители. Это видео держится буквально на моем кофе. Так же, как и твое терпение. Да, так же, как и мое настроение. Осталось где-то за кадром. Сегодня, значит, утро, понедельник. Нам нужно выехать из квартиры через полтора часа. А и как вы думаете, есть ли у нас куда ехать? Пишите ваши догадки в комментариях, ставьте на паузу, пишите. Варианта нет. Много вариантов. Поэтому мы сидим, едим булку с кофе. Тогда шебутной мозг сложно что-то нормально придумать, поэтому мы вообще за спокойствие в целом, как бы, да? Спокойно сядем на тротуаре. Что-нибудь придумаем. Где Сан-Франциско? Город выделяет 70 тысяч на бомжа в год. На содержание бомжа в год 70 тысяч. Я подозреваю, что самому бомжу доходит очень мало. Да, зарплата $0 в год коллективно. Я не знаю, одного бомжа выделяют $70,000 в год. Может, есть над чем задуматься. Просто magic, magic. Вау! Ксюша просто 2 часа назад ставила тут машину и сказала, что мы сможем ее открыть нашим телефоном. И вот оно получилось. Да, тихо. Просто магия какая-то. Так, сейчас будем разбираться, как эту машинку, эту красотку заводить. Завести пока не получилось, зато получилось открыть капот. Ну все, успех. Только... Вот они поехал не в ту сторону. Хотя не удивлюсь, если за все эти дни нашего путешествия он просто решил меня оставить и поехать дальше один в Майами обратно домой. Не, ну реально, куда уехал-то? Все, отключаю трансляцию, буду звонить. Нет, он вернулся за мной, он одумался. Здесь большой экран, это очень прикольно. Вот все диджитальные камеры. У тебя такие колени большие.
Знаешь, как в это, как в детских машинках, когда сидишь. Я так меня себя ощущаю, но я не очень понимаю, как я сижу. Может, я тоже получше себе дело поднять? Ну, как будто здесь. Наверное, можно получше себе. Маленькую в Mountain View. Это где офис Гугла. Вот, поэтому едем в долину.